стерты грани, разорваны в клочья, сцепляющие мой нерв обрывки мысли о освобождении, предчувствую я восторг и упоение от небывалого очищения. Во как созреет стих, вот как возникает струящийся нервущий изнутри меня истину, разжигающую вас, воспламеняющий вас к пути, пути открытому, возможному подлинному творчеству ощущения бытия. 21 век – это открытие себя, открытие своего творческого потенциала, спасения в этом. Предмет разговора есть, да, то есть? Ай-яй-яй, молодой человек, нехорошо. Итак, дорогие друзья, я представляю группу. Группа называется «Мате». Мате. Мате – это, по-моему, если не ошибаюсь, такой напиток, да, по-моему, это что-то связанное такая вот из какой-то тыквы делается какая-то такая, там дырочка туда какая-то заливается, штучка, и потом это пьется, что-то типа чая, только очень наркотического происхождения. Мне очень нравится ваша искусственная неосведомленность. Вот. Слово, да. Мате – это парагвайский чай. На самом деле никаких наркотиков. Это просто бодрящий, природный абсолютно источник энергии. Индейцы из Латинской Америки давно его просекли. И сейчас этот чай продается в любом отделе, торгующим соответствующими товарами. Так, группа Мате смеется – это уже хорошо. Почему колебас? Почему из тыквы? Ну, все развод просто, развод, вот. На самом деле, это обыкновенный зеленый чай, вот. Но есть в нем какие-то там свойства, которые вроде как бодрят, выводят из депрессии. Мы решили, что... Да, чай мате – это главная фишка нашей группы. Что это название, оно очень музыкальное. Мате. Глядя на вас в костюмчиках, в рубашечках... Вряд ли угадаешь индийские, так сказать, замашки на способ мышления. Такого происхождения, расслабления и углубления в природные естественные формы бытия. С чего такой вдруг бросок в черти куда, в запределье, куда-то через три океана? Дело в том, что... Это какая-то детская мечта? Нет, детские мечты уже все выполнены. Дело в том, что мате, вообще чай мате, это очень модный напиток сейчас во всех московских клубах. То есть вы себя именно и позиционируете как модное течение? Конечно. То есть ваша тенденция именно влиться в модную культуру, двигаться на гребне волны и... Наша тенденция не влиться в модную культуру, мы просто являемся частью этой модной культуры. Я измучен, я потом. Слышали, наверное, встречались с группой Мате? Не, вообще не видели. Да, встречались. Ну и что скажете о ней? Ну, в принципе, вот чисто, мы сейчас слушали, нам понравилось. Да. Не знаю, как... Тихо ты. Мне очень понравилось. Леша, учись. Как вы сегодня ощущаете современность в ее ритмах и в ее формах музыкальных? Я думаю, что сейчас имеет смысл спросить каждого, потому что в нашей группе... идет очень такая серьезная борьба насмерть просто вот за нашу музыку, и мнение есть у каждого, поэтому просить имеет смысл. Отлично, друзья, мы сейчас мы с вами столкнемся с удивительным внутренним, гражданской войной за отстаивание высоких художественных интересов. Это уникальное явление, потому что до сегодняшнего дня обычно все группы поют в один унисон, и вдруг мы видим внутренне напряженные шекспировские страсти. Итак, я предлагаю первое слово, которое, наверное, представит себе в роли, как его называют местные гурманы. Нам хочется, чтобы наша музыка была стимулятором, несмотря на то, что, в принципе, всем русским людям склонны, они склонны к задумыванию, к печали, поэтому мы играем энергичную музыку, поскольку я представитель ритм-секции, мы стараемся качать. Чем современный ритм отличается от всех других, или он вообще ничем отличается? Я чувствую это сверху, вот, где-то от шефа. Да. То есть вы вдохновение. Да. То есть то, что я чувствую, то я пытаюсь вносить. Вот. Как вы ощущаете, скажем, сегодняшнее событие историческое? Вы знаете, я считаю, что 21 век – это век миксера, век смешения группы.
То есть сегодняшняя аритмика – это комбинирование самых различных, так сказать, форм существования, да? Конечно, да. Мне кажется, мате должно существовать для того, чтобы люди не качались наркотой, не заряжались наркотой, а качались нашей музыкой, чтобы они этим заряжались. То есть ощущали некий музыкальный опиум такой, да? Ну для что-то народа. В этом роде. Чтобы народ реально качало, чтобы им не нужно было что-то химическое, что убивает их мозг. На вас пиджак с шелковыми ласками, который явно говорит не о утилитарной современной культуре. Мы явно можем отнести это к таким вот довольно театрально-историческим формам существования. Мы даже могли бы вместе существовать, выходить как конференсье. Да, вот. Совершенно запросто. Я хочу сказать... Это такая любовь и тяга. Для меня это псевдогламур. Вот мы сегодня все такие красивые. Псевдогламур. Мы здесь все сегодня такие красивые, сегодня все такие вот в пиджачках, но если присмотреться к тому, что у меня под пиджачком... А может быть не надо? Хотя бы... А, вы имеете в виду это, надпись такая. Так, это что такое? Здесь написано, мы ненавидим гламур. Вы ненавидите? Лично я. То есть вот это все, ваша одежда, это протест гламуру? Это не протест, это такой... Как бы трудно объяснить, псевдогламур. Ну тут мы заметили нашего знакомого, барабанщика Тёму. Ой, очень хорошая группа. Тёма молодец. Тёма Фурелла. Вроде бы гламур, но с другой стороны нифига не гламур. Все выходят, все видят конфету, но с другой стороны видят адекватных, классных людей. Это не педерасты в первую очередь, да? Я ничего не говорю, я не против всех этих, но я сам натурал. Вот, но это реально адекватные, крутые люди, крутые ребята. Да, как раз те, кто... Просто стильные. Просто стильные. Просто стильные. А всё-таки это протест или эпатаж? Это эпатаж. Мате. 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 А ты говорил, там такой колоритный. Мате. Ну, я вижу, да. Да, такой... Внешне, да, Иисусные естественные ребята. Да, то есть... Уразительно. Ну, вот по первым аккордам я слышу довольно традиционное звучание, так сказать. Ну, они пытаются, конечно, следовать, как они сами формулируют. Ну, и, наверное, потом они это подтвердят или опровергнут в стиле арт-рок. Но изюмина этого коллектива в том, вот я их наблюдаю уже много времени, много репетиций они приходят. Каждая репетиция для них — это не оттачивание чего-то уже заученного, да? А каждую репетицию они спорят, каждую репетицию они ищут. Вот это поражает, потому что вот из множества коллективов, которые вот приходится наблюдать, это один из немногих, который каждую репетицию рождает что-то новое. Новое звучание, новый подход, Очень интересно. На мой взгляд, это необычно. Отлично. Я предлагаю, пока они сейчас по-живому разминаются, я бы сейчас хотел это снять, и поможет меня включить, да? Про современность, да, по-моему, вопрос был? Да. А у меня есть очень четкое мнение насчет современной музыки, в первую очередь, так как мы музыканты, будем говорить о музыке. В современной музыке образовался вакуум. Вакуум, нет абсолютно талантов, причем не в России и не на Западе. Вот. В силу этого стали модными такие группы, как Франц Фердинанд, как группа Coldplay, как группа Killers, группы, которые играют ретро. Они просто берут ретро, песни, которые сыграли уже Beatles, которые сыграли Rolling Stones, U2, да, и, грубо говоря, их аранжируют более современно, добавляют какие-то примочки, так скажем, вот. А многие просто даже ничего не добавляют, вот как Франц Фердинанд. И они модные. Это потому что нет сейчас, музыка зашла в тупик. Музыка зашла в тупик, я считаю, благодаря, в первую очередь, группе Prodigy. Потому что Prodigy... Сволочи. Они настолько сделали коктейль из гитар и из электронщины, что круче сыграть уже. Я считаю, что люди даже боятся. Как вам солист? Ну вот последняя картина нам нравится. Ну ничего, симпатяк. Ваша концепция – это выстроенная рациональная концепция исторических исследований. Нет, это не исторических исследований, это выстроенная концепция группы в силу анализа того, что происходит сейчас. У нас очень большой у всех жизненный опыт, музыкальный опыт. Мы пришли сейчас просто к компромиссу внутреннему, да, двигаться в одном направлении. И анализируя самые успешные мировые группы,
анализируя самые успешные российские группы, вот, мы выстраиваем свое поведение, мы выстраиваем свой образ, вот, исходя именно из этого. Позитивности, о нормальности. И оно в ваших текстах я слышу упоминание о слове смерть. А что в этом плохого? Глядя на эту группу, как бы вы ее позвали? Там огурцы, макароны. Наркота, да. Вот да. Мы не готовимся к смерти, чтобы жить вечно. Дело в том, что если ты знаешь, что тебе когда-то умирать, ты должен быть ответственным за свои поступки. И как раз это заставляет человека быть всегда адекватным, всегда во внимании и замечать, что происходит вокруг. Вы хотите больших денег от своей музыки? Мы хотим не денег, мы хотим стадионы. Стадионы – это коллективно бессознательное. Мы готовы играть бесплатно на стадионах. Дело не в том. Дело не в деньгах. Стадион – это толпа. Это уже не люди, да? Это люди. Толпа – это вообще значение, которое применимо разве что, я не знаю, вот к войне. Вот к войне, когда вот бежит огромное количество людей с ружьями, да, вот я думаю, это толпа. Они управляемы, и они абсолютно бессознательны. А на стадионе они тоже управляют? На стадион люди пришли по собственному желанию. На футбол они уже приходят, но после этого происходят страшные вещи. Ну, извините, это мода. Вы думаете, что ваша музыка произведет гораздо больший эффект, чем, скажем, люди, которые выходят после футбола? Вы просто придите когда-нибудь к нам на концерт и посмотрите, какие люди приходят. Депрессивные эмоции, что-то прям так загрустил прям как-то. Нет, если ее долго слушать, может заболеть голова, я так считаю. Поэтому лучше по чуть-чуть. Но песню. Тёма, ты все равно классный. Ну, когда они вначале там риф начали играть, мне показалось, что это что-то будет похоже на группу «Токио Отель». Мотор идет. Я лечу. У-ху. Искусство есть искусство. Если предположим, что вот вас однажды найдут ваши слушатели и этим произведением с консервной банки вот обрушатся на ваши головы, причем если это ребята, которые будут, скажем так, не обладающие тонким интеллектом, а обладающие крупно выраженным мускулатурой. Нет, ну, во-первых, они нас не однажды найдут, они нас каждый раз находят на наших концертах. Крошка, сын к отцу пришел и спросила крошку.
что такое хорошо и что такое плохо. У меня секрет в мне, слушайте эти книжки. Папы этого ответ помещаю в книжке. Как вы сохранили свой на сегодняшний день? Музыка штука мягкая. Ага. А фанк музыка веселая. Так что мы их веселим и, в принципе, все довольны. И они нас это весело бьют мягкими вещами. Мягкими вещами. Да. Мягкими бьют. Игрушками, цветами, поцелуями. Купюрами, опять же, да. Купюры – это мягкие? Ну, а твердая валюта? Если все следует потереть вот так, то будет мягкие. Я знаю, что артист после концерта, он, ну, выдыхается, опустошается. Да? Есть такой, да? Абсолютно. Как вы себя наполняете после? Мы его наполняем старым вином. Старым вином? Да. То есть вы не употребляете водку? Нет, ну почему? Или наполняем? Или смешиваете? Водка, вино, сало, все это вместе? Мы сейчас уже постарели, как бы мы стараемся не смешивать напитки, и поэтому все-таки... Мы сторонники здорового образа жизни, поэтому пиво с водкой не мешаем. Значит, то есть есть предположение, что и в вашем искусстве это тоже отразится, как да, некий да. уже выделенный из общего эквивалента. Некая какой-то... парадигма такая, которую мы хотели бы донести до слушателей. А вот вы уже ощущаете, что в вашем творчестве что-то начинает выделяться более выпукло? Что такое хорошо, и что такое плохо? Можно? Мы забыли вопрос. Чем больше мы играем, тем выпуклее становятся наши недостатки. Более выпуклые. Более выпуклые. Это да. путь самосовершенствования. Занятие музыкой – это дау. Дау. Это путь. Так. Так. Вот у нас, кстати, есть вот убежденная последовательность буддизма, и, собственно говоря, нас составляет на пути. Вопрос к вашему гуру. Что ждет в конце пути? Я человек. А путь же бесконечен. Ну нет, все-таки, нет? Наверное... Есть конечная точка, Саша? Не будем, давайте брать буддизм. Ну я думаю, что покой человека ждет. Покой? Да. Ибо! Ну слушайте, ну вот мне очень нравится доставлять удовольствие, там, скажем, двигаться, отжиматься, крутить педали, а вот ощущать ветер в лицо. Не, вот сами подумайте, какой кайф вот побегать, попрыгать, а потом лечь на диван полежать. То есть все-таки для вас является именно позиция перемены. Да, перемены в состоянии. Полежать, постоять, побегать, попрыгать, выпить, закусить, побежать. Ваша целостность складывается из самых различных форм существования. Это же, как же, это же баланс, чтобы найти покой, надо обрести баланс противоположности. Вот, собственно говоря, мы пытаемся обрести этот баланс. Рядом с любовью вы ненавидите. Конечно. Что вы ненавидите в этой жизни? Себя в первую очередь. Кем? Ну, Сашка, ты компонируешь? Да нет, это ж не очень. Ну. И все, что с тобой сделано. Так. Спорный вопрос. Что, с чем можете поспорить? Да, ну, я бы не сказал, что мы ненавидим себя. Просто имеется в виду единство и борьба противоположности. В этом рождается истина и покой. Интересней и более жизненно. Я начинаю замечать в вас очень пацифистские нотки. Есть что? Да нет, на самом деле, вы не переживайте, мы все ходим в церковь, и все, что это говорится, это просто налет юмора.
Ну, я знаю, что каждый юмор, он имеет под собой хорошую основу, потому что... Колбаса. Что является толчком к рождению того или иного произведения? Толчком? Толчком. Ну, желание заработать денег. А, вот это. Ладно, плыл по морю чемодан, в чемодане был диван, а в диване ехал слон, кто не верит, выйдет он. Миша играет. Когда он звонит вечером и говорит, ребята, надо вот порепетировать, и ну и все, и отсюда все толчки. Толчки, да. Он толчкает, да. Толчкает. Да, то есть потом я как в толчок. Значит, вся ответственность на вас лежит. Но... За первые импульсы, которые, так сказать, подвигают в вашу команду. Да, то есть Мишу мы больше всего бьем. Да. То есть, если вы ненависть, то объектом ненависти сейчас чаще всего становлюсь я, видимо. Кто являлся причиной, или что являлось причиной организования команды? Ну, музыку хотели играть, которая нам нравится. Лидером организации был один человек, или вы давно уже знакомы с другим, а потом возникла идея вот, заиграть вместе? Ну, как бы мы все давно уже как бы знакомы, играли в разных составах разных коллективов, поэтому здесь как бы такой брак по любви, может, чем по расчету или по принуждению. Ну, посчитаем дальше. Шла кукушка мимо леса за каким-то интересом. Инди, инди, интерес, выходи на букву «С». Саша, ты туда попал. А вас еще как популярных звезд не грабили? Как популярных нет. Нас грабили как непопулярных. Саксофон. Это же такая вот штука, которая, в общем-то, связана с некой свободой джаза, да? Вот, в джазе. Ну, да. Ну, по крайней мере, так. Да, первая ассоциация, да, козел на саксе. Это... Козел, ну, рабов не вижу, но, да. Ну, а почему маленький саксофон? Маленький. Наташа. Не, ну, во-первых, есть еще меньше. Еще меньше? Саксофоны, да. Вот, а во-вторых, большие машины, как правило, покупают люди... Да, с крупными недостатками. Ну, это же Фрейд еще сказал. Это компенсация ваших больших потенциальных возможностей. У меня средний саксофон, поэтому такой стандарт. А то я просто думал, может быть... Ну, оно очень хороший стандарт. Да, хороший. Да. Опасность существует в этом. Всегда опасность существует. Ну, я думаю, от инструмента это в меньшей степени зависит. Зависит от прокладки. Стандартизации. Прокладки какой? Между инструментом и руками. Ага.
почему в вашей народной тематике я не вижу трещоток, бубенцов, вот там деревянных каких-то этих и вообще там маски какие-то такие. Мы же на Евровидении не собираемся. А зачем? Вы не планируете такие больших высот? Нет, мы не пойдем переодеваться в женские одежды и подкладывать груди. Почему же? Это все твое дал. С другой стороны, если для того, чтобы обрести равновесие, нам это понадобится, то мы это, конечно, сделаем. Но, наверное, навряд ли такое не произойдет. Но как вы сами чувствуете, ваша музыка, а это музыка для широких масс? Вряд ли. Значит, можно говорить о том, что все-таки вы не будете собирать столь огромную аудиторию? Или все-таки вы надеетесь, что... Да нет, просто у нас широкие массы, они им разрешают послушать радио. А на радио раскручиваются всякие утюги и все такое. Ваша музыка, она для живого исполнения или конечно, для записи? Конечно, конечно. Да. Как это, живое исполнение, записи немножко две разные вещи. И там подходы немножко разные, но у нас бизнес такой, что мы здесь зарабатываем деньги не на записях, а на концертах, поэтому так исторически сложилось, что мы больше концертная команда, чем студийная. И папа вот поджала, и за зайцем побежала, оказалось впереди. Витя, выходи! Вам не исполнять ваши песни для, скажем, зарубежной аудитории, которые, вот, вы представляете, вы там с Калинкой-Малинкой приехали, а вот с этим, кстати, вот какой, вот, какие деньги можно зарабатывать на зарубежной гастроли? Но дело в том, что уже эпоха, когда матрешки и военные шапки продавались за границу, большое количество, уже, к счастью, прошло уже. Все уже просто все они купили. Они накупили, да, закупались. Кто выполняет функцию администраторскую у вас? Ну, наверное, я. С какими трудностями вы сталкиваетесь, вот, выходя на пространство уже коммерции? Ну, сложно убедить менеджеров, что это хорошая музыка. Вот такую музыку мы весело играем для народа, опять же.